А сейчас мы пойдем в наш любимый магазин House of Superstep. Здесь очень интересный ассортимент товара. Бывают вещи крайне любопытные, которые никогда не найти, например, в России. Пойдемте глянем. На месте прям разрисуют вашу обувь, как вы хотите. Очень круто, да? Смотри, какие New Balance. Вау, крутые вообще, да? Вот женские. Кайф. Блин, а вот эти? Толстый хлопок. О, распродаж. Пума. Ой, какая кофта прикольная. Этот на ощупь вообще как бархат. Это мягкая, мягкая. 547 лир по сейлу. Толстовка 697 лир. О, такие пума. 734 лиры. О, смотри, какие пума. Кожаные. А вот такие. 900 лир, вообще кайф. Кайф просто. А вот эти черные 840 лир. Я бы даже их померила. Ну-ка, подержите, пойдем. Меряет. Говорит, мягкие, как тапки. У тебя сколько дома пар обуви? Сколько у тебя пар обуви? Всего десяточек. 10-5. 10-5 всего, надо же. Большие. Большие. Надо меньше спрашивать. Какая интересная кофточка. Тепленькая. Комплекс спорт.
1606 лир. О, какая. Панамы появились, да. 850 лир. Они все по 850, видимо. Ванс. А это 549. Это не Ванс. Это не Ванс. Вот это. Вот это Ванс. 79. Толстовка Джордан, да? 1159. Хлопок теплая внутри. А вот такая вот без утеплителя 1329. Вон такие, о, ничего себе. Кожаные такие, толстая кожа какая-то. 249. А вот эти вот цветные 1829. Резиновые. Так, ведровочка 949. А вот это вот Jumpman 1299. Бомбическая футболочка. 659. Огонь. Еще такое качество приятное. Да, толстый, мягкий, мягкий хлопок. Купальные шортаганчики. От Nike. $999. Ух ты, какой прикольный ткань. Такая мягкая синтетика. Как велюр такая. 1159. Ой, какая милашная. С ромашкой. Тоненькая толстовка. 1099 хлопок. А шортики. 869. Да. Такая красивая. И шортики, видишь, подняла. Ой, а там смотри, еще написано. Have a nice day. О, это вот в моем стиле, как от New Balance, типа ткань такая. С пальчиками. Кармашек. 1159. Прикольно. $1199. Тоненькая, без начеса. Хлопок. Ой, а такие вот толстый хлопок под брюки. Прикольно, кстати. Nike. $1329. А вот такие толстые с утеплителем под брюки 949. О, длинная футболка платье, очень мягкий хлопок, 529. Класс. Ой, тоже прикольные такие, такой цвет красивый, розовый, такой приятный, 999. Сейчас у вас будет разрыв. Вау. Вот это круто. Сколько она стоит? 629. Блин, прикольная. Ух ты, я бы такое хотела. Ух ты. Вот это прикольно. 1069 в такое платье. Блин, прикольная в моем стиле, да? Как я люблю. Платье от Nike 999. Ух ты!
ты! А это комбинезон от Nike. Вообще, вы видали такое когда-нибудь? Вообще круто. 1329. Вообще класс. Ой, смотри, какие прикольные штаны. 500... Вау, 559. Ух ты. 559. Большой размер остался только Элька, а то я хотела померить. Тоже классное платье. 1159. Крутое. А это такое же, только цвет другой. А вот еще. А это 699. Вообще класс. А это что? Тянущегося, то есть это не синтетика. Можно под длинную футболку носить. 699. А вот такие синтетические шортики. 419. Высокий Nike. 1599. О, смотри, такие, как это, как раньше, знаешь, классика такая. Дырочка хватает. 1799. А вот дырочка. 1849. Классно. Смотри, прям ботинки. Вообще кайф, да? 1949. Кстати, не сильно дорого, да? Кожаные ботинки прям. А вот эти прикольные. Ай, такие легкие. Ё-моё. 1669. Круто. Что, с эффектом потрогай, с эффектом памяти? Да нет, просто хорошая. Блин, а вот эти тоже, смотри, новая модель, красивые такие. 1699. Да, необычный такой задничек. Да. Я бы скупила все кроссовки здесь. А, you looking, thank you. Да, I looking, я перепутала, вырежешь. 1480. Я хочу еще посмотреть эти платья. Так, дизель. Джинсы дизель. 2636 по акции. А вот такая толстая толстовочка из хлопка. 2808. Это если кто помнит, на постсоветском пространстве дизель. Ага. Так, джинсы 3560 по акции. А вот футболочки. $990. Ого, 4745.
А джинсовая рубаха дизель. $2.65. Кеды Лакост. $1.449. Так. А вот такие вот легкие, типа кроссовочки. $1.899. Смотри, какой интересный у них язычок. Красивенький. Это чтобы ты шел, в общем, и у тебя не только здесь крокодильчик сбоку был, а чтобы сразу видно было. Лакост. Ну, вот здесь это не поработали, конечно. Да, изменили. С теми кедами, которые были до этого, у них да. $1.649, да? А вот акционная. $1.237. Ой, такой тоненький, приятный, тянущийся хлопок. Прям вот летний-летний. 989 всего. Прикольный, да? Хочешь, тебе такой купим? Хочешь, тебе такой купим? Да зачем? Такой красивый, вот эта футболка мне нравится. $742. Ух ты, кофтюлька прикольная, теплая очень внутри. $1.679. А вот такая вот уже. Индирим. Прикольная, да. $1.874. О, она с капюшоном. Классно. Ух ты, вот это тоже крутая. Lacoste Live, моя любимая серия. Вообще классная. 1087, но, кстати, недорого. Это по Индирим. Она, наверное, последняя. Большой размер висит, да? А вот шортаганчики. Ой, тоже прикольная такая. Толстый хлопок. 899, недорого. Лакоста-то. Вау! Так, тоненькая, весенняя. Сколько она стоит? $1.724 по скидке. О, это тоже крутая. Блин, здесь такие прикольные модели, да? $1.349. $2.879. Прикольная куртка, да? Толстая такая. Ой, смотри, внутри карманов куча. А, показалось, что здесь тоже карман. Вот карман. Вот этот внутренний. А, капюшон тут еще. Капюшон еще, я вижу. Блин, крутой плащ. Тебе вот такой, да? Ой, смотри, какая теплая, с искусственным мехом внутри. Сколько она стоит? $1.943. Не очень дорого. $1.943. Такие штанишки $1.869. Панталон. А вон еще всякие кроссовки от Lacoste. $1.699 новая модель. А со Снупи? Со Снупи $1.499. А вот эти как носочки $1.999. Какие? Это новая модель. $1.969.
они тоже клевые. 1899. Женский лакост. 1199. Голоморадный лакост Майнкрафт. Вау. Как тебе такое? Прикольно. 2299. Весенняя, без утеплителя внутри. Ой, штанишки. 1469. О, прикольная футболочка. Такая чисто белая, без всего, смотри. 824. А вот такая, смотри. Вау! Кайф. Вот это кайф. Еще 199 со скидкой. Леггинсы прорезиненные. $1649. Так, женские лакосты, тканевые кеды, очень очень легкие, крутые. 1899. Ух ты, а вот эти 1000 тоже 899. А кожаные вот такие, например, 1549. А вот эти вот. А вот такие же, как те мужские. 1669. 1499. Без начеса внутри, хлопок. А вот поло. 1649. А это хлопок с синтетикой. 2649. Вансы. Блин, ванс тут тоже прикольный. О, какая красивая. Только оно почему-то без цен. 685. Блин, нормально стоит. Недорого, да? Кстати, мады Made in Cook. Шортики 749 лир адванс. А вот такая интересная футболка, надевающаяся майкой, 636 лир. Интересное решение. 622 лиры футболка, длинная вот такая, платье. Ой, тоже такая милейшая. Следуй за белым кроликом. Брюки 967. Is this anything you want? Is this anything you need? Is
Смотри, брюки Рибок. Видал? Не спортивные штаны, а прям брюки. Первый раз такое вижу. 739. Прикольно. Прикольно. Оригинальное решение. О, можно эту плойку порезать. О, смотри, какая прикольная рубашечка от Рибок. 789. Брюками в офис. Толстый-толстый-толстый такой хлопок под джинс практически. Так, давай. О, смотри, какие малыши. Класс. Jurassic Park. Класс вообще. Кайф. 1649. Вот это кайф вообще, просто. Офигенно. Первый раз такое вижу. И вот эти тоже интересные. Такие модели прикольные тут, да? 949 всего. Вау! Накачал себе подошву и побежал. Прикольно. Класс. Кстати, такие мягкие вообще. Да, вообще. Прикольно. Они легкие? Какие они легкие. Блин, я даже не знала, что Рибок такое выпускает. Так. Ну, Under Armour. Здесь вот футболочка 399 лир. И лир тонкий, мягкий хлопок. Недорого. А майка? $329. На Папидж. 405 лир.
Мягкий хлопок. А вот такая женская на Попиджи. Made in Turkey. $328. Хороший хлопок, качественный. Вот еще футболочка. 405. Вообще недорого стоит, да? А спортики сколько стоят у них? $909. Очень мягкие спортивные штаны. Толстый хлопок с утеплителем тоненьким внутри. А вот футбол... О, мягкая, потрогай. Мягкая. Да? $659. На Попиджи. А вот оригинальное решение. Что это за фирма? Это Холли. А, тоже Холли. $929. А вот у них рубашка. Ух ты, прикольно. $955. Хлопковая, тоненькая. А для модников вот такие штуки еще есть. Мы видал? $799. Да. Ой, прикольные штаны, сделаны брючного типа. Вот я 100 лет хотела себе брючного типа спортики. Теперь я знаю, где мне их купить. Прикольные штаны. $500 всего. А вот еще North Face. Сколько стоит толстовка с легким начесом внутри? Кстати, недорого. 1039 лир. А вот ветровка 1335. Такая. Через голову. Ой, а вот такая вот милейшая, тоненькая летняя ветровка, так скажем. 899 всего. Она совсем тоненькая, чисто от дождя. Ух ты, а есть вот такая женская, красивая. 1998. Вот это, да? Красивая, да? Тоже нравится. Ой, какая милейшая. 463 лиры все. Кроссовочки от The North Face здесь стоят. 2 909. А мужские, например, вот эти. С толстой подошвой. 259. Такие. О, вот эти клевые. 2 909. Классные. Так, футболки Timberland. Толстый хлопок. 439. Вот толстовочка Timberland. 1499. Какая толстенная. Смотри, как интересно сделано. А спортики сколько стоят? Теплые внутри. 449 всего. Спортики Timberland. А вот такая футболочка. 383. Что Timberland? 749. Длинный. Толстый хлопок. Прикольно, смотри. Вот так. Да, а сколько стоит куртка Timberland? Такая вот интересная. Ого, 4499. Куртка дороже. Куртка зачем? Красивая, да? Смотри, какая прикольная. Классная. Это... Стоит она... 1799, недорого для Timberland. Вот это такая толстенькая больше, а это потоньше, с хлопком. Смотри, какие прикольные Timberland. 2 399. Ух ты, вот такие. 1499.
1899. О, есть такие вот. Ну вот они такие же стоят. 2899. А сколько стоит вот детский Джордан, например? О, 169 лет. Вот это детский? Так это же не меня. Хорошая футболочка такая. 169 лир всего от Джордан. Ничего себе, какая хорошая футболочка. А вот такая толстовочка детская. 499 лир. А вот футболочка детская от Nike. 499 лир. Благодарю за внимание.